Около 100 тысяч молдаван испытывают проблемы, касающиеся психического здоровья. Многие из них являются пациентами трех психиатрических больниц, расположенных в городах Кишинев, Былс и Орхей. Около 3000 пациентов пребывают в психоневрологических интернатах страны. Те, кто должен оказывать им помощь, наказывает их за непослушание или неподчинение. Их запирают в холодные и пустые помещения. Ну, мы сидели закрыты, даже на улице не выходили. Вот там, вот как нас кормили, кусок хлеб давали. Хуже, как тюрьма была. Их удерживают привязанными на протяжении длительного времени. Так, все, это было, что такое? Собственно, должен за двум напой. Часто права людей с проблемами психического здоровья грубо нарушаются. Не поддавайся пыткам и насилию. Ты можешь быть защищен.